О, эй, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал, Маугли! Здесь это Санта Баттл Ройл, хотя Новый год у нас закончился, но битва Дедов Морозов за право называть самым натуральным, настоящим Дедом Морозом продолжается, вроде более-менее у меня здесь так вот интернет как-то так вот хорошо работает вполне, можно даже кого-нибудь подубасить. Пока что я просто... Ай! Что такое? Что такое? Так, вроде меня никто не видит. Что такое? У меня что-то залагало, смотри, я двигаться не могу, ладно. Давайте спрячемся за елку, подождем. Дождемся, пока прилетит какой-нибудь приз. Его мы схватим, возьмем крутое оружие, потом пойдем убивать других Деда Мороза. Пусть они друг друга, тем более, что дубасят. Тем временем я продолжаю смотреть, куда прилетит следующий дроп. Следующий дроп у нас летит вот сюда, но туда уже побежал какой-то маленький Деда Морозик по имени непонятно какой. Наверху идет битва ожесточенная. Один с мечом, другой на олене. Третий взял дроп. Он берет дроп. Так. Я предлагаю пойти куда-то вот сюда, потому что сюда обычно летают, тоже у нас подарочки прилетают. Так, давай, о, есть, я вижу, вижу, летит дропик. Но сюда летит также еще и страшный Дед Мороз на олени. Господи, меня надо сюда да, прям в ягодицу. За что? Ах ты, смотри-ка, оттуда стреляет. Давай, стреляй. У него вообще на один ударчик осталось. Есть! Давай, бей его! Ха-ха-ха! Есть! Отлично, я его уработал. Так, вот у нас один там Санта есть. Опа, попал, не попал. Он меня не видит. Есть! Есть! Я его уничтожил! Ха-ха-ха! Давай этого! А-а-а! Куда? Он кончился! У меня кончился! Я думал, он вообще бесконечный, на самом деле. У меня, кстати, очень мало тоже жизней. Вот сюда дроп летит. Здесь есть меч. Возьмем меч и мечом пойдем. Зарубим его. Зарубим, подонка! Иди сюда, тварь! Иди сюда, тварь! О, у него тоже... Но... А, сервер дисконнектед! Какого черта? Я почти уже был у победы! Блин! Ладно, мы пробуем еще раз. Пришлось подключиться к новому лобби. У нас здесь Разор, Акарита, Скей и какой-то Иван Джанович. Иван Иванович, может быть, я не знаю. Побежали, короче, сейчас вот сюда. Убегаем, убегаем. Главное, чтобы нас не отрубило заново, потому что я Санта, и я хочу побеждать! Я очень хочу побеждать. Давай вот сюда. В полете здесь, конечно, навигация вообще никакущая. Просто стоим и ждем. Так, эти у нас получают дропы. Не дай бог он возьмет сейчас кто-нибудь самострел, будет меня конфетками стрелять. Так, это самострел. Так, отлично. Значит, мы прячемся от него. Иначе он нас расстреляет. Пока он не видит, мы сейчас к нему доберемся. Нет, слишком большой замес. Пошли наверх, наверх. Наверх, там дроп прилетел. Оружие моей мечты. Где оно? Куда оно упало? А, вот оно сюда падает. Так, давай, 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 давай. Что нам дадут здесь? Меч. Есть! Последний остался на олене, по-моему. А! Руби! Руби, подонка! Я его рубанул! У меня тоже вообще... Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас будет по мне стрелять. Пусть стреляет. У меня пока что накопится сейчас потрясающая энергия. Так, здесь нигде нету. Я за ним слежу. Мне главное прятаться за елкой. Он все равно должен подойти рано или поздно. Я могу за елку, кстати, залезть. Давай, давай, мы сейчас его дождемся. Мы его выманим. Выманим, подонка. Ха-ха-ха! Сквозь елку не прострелишь, лох. Давай, опа-на! Давайте, побежали, короче. Терять нечего. Будем нападать на него. Руби! Руби, негодяя! Да что ж такое-то? Не попадает! Не попадает. А, у него кончилось оружие! Иди сюда, лох! Блин, у меня еще и стамина тоже кончилась. Куда он делся? Вон он здесь. Давай скорее, скорее, скорее. Блин, он за оленем пошел. Наш шанс. Наш шанс. Надо его просто сейчас выманить. Давай, подходи. Подходи, давай. Руби! Руби его! Ищи жизнь! Круто, круто. Он, по-моему, меч сейчас пойдет, возьмет. Решил на меня катапультироваться. Ну, давай. Я твой! А, черт, блин! А, завалил он меня. Ну ладно, мы очень близки были к победе. Короче, я понял, что вот если рубить сбоку, то это прикольно. А, сверху очень ограниченное пространство. И сколько у нас получается? 4 санты, да? А вот если сбоку рубить, то больше шансов зацепить. Блин, стамина так быстро кончается вообще. Я тоже так могу делать. Сейчас убегаем. Акари Такаши, я не хочу с ним сражаться. Ой-ой-ой, залагал. Что-то залагало у меня сервер, В прошлый раз то же самое у нас было, когда меня отрубило. Так, уходим. Уходим, прячемся. Так, смотрим, дроп вроде нигде нету. Один у нас с мечом, один у нас с самострелом. С арбалетом. Дроп туда полетел. Блин, мне надо тоже что-нибудь, какое-нибудь оружие набрать.
Можем попробовать продвигаться вот к тому с арбалетом, потому что мы сможем к нему подойти незаметно. Вот так вот. Все, нравится? Э, лошара, на тебе! Давай, бей его! Есть! Я его уничтожил! Я просто его размазал! Да что ж такое-то? А! Уходи, 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 родной! Ой, залагало, залагало, залагало опять! Я так полагаю, что вот эти вот фризы начинаются как раз, когда мое интернет-соединение, оно отрубается, а это происходит каждые 40 секунд, ориентировочно. Поэтому начинаются фризы, я ничего не могу сделать с этим. То есть остается только надеяться, что они будут происходить именно в тот момент, когда я буду где-то прятаться. А иначе, иначе мне конец. Давайте по нашей тактике опять уходим. Ёлка. Уходим, уходим, уходим. Так, вот опять что-то фризит. Ага, дроп туда полетел, в центр. Иванович туда пошел. Мы сейчас его как раз и догоним. Давай, набуцкаем сейчас тебя. Набуцкаем только так. Так, тихо, он опасен. Он опасен. Сзади тоже меня могут стрелять, кстати. Кто там с арбалетом? Кто-то есть? Вау! Нифига себе! Вот это... Ай, фризы начались! Все. Это бесполезно. Нас тут стоит прям трое рядом. Это очень опасное положение. Я предлагаю сейчас попробовать вот туда быстро убежать. Главное, чтобы не получить по заднице. Во, ушли, нормально. Так, сразу дроп летит. Но я чувствую, что я до него не успею добежать. Там уже куча народу. Ладно, пока что посидим здесь. В тишине, спокойно. Так, у нас здесь арбалет. Мы спрячемся за этим Сантой, чтобы нас не увидели. Они сейчас все равно битва друг с другом будет идти. Ждем, пока у нас прилетит дроп сюда куда-нибудь. Так, это с мечом идет сюда. Иди ты нафиг. Пошел, коты. Ходи... О! Привет. Давай. Че у нас там упадет? Олень. Че, он возьмет оленя? Он взял оленя, а я тем временем возьму меч-кладенец. Так, уходим. Пока он бежал за мной, и в него выстрелили. Прекрасно. Так, у нас там вон один есть какой-то ворошиловский стрелок. Пойдем-ка туда аккуратненько. Будем продвигаться. Сейчас мы до него доберемся. Он нас не заметит, он слишком занят стрельбой. Ой, вообще опасная штука. Еще один меч у нас вылетел. Они заняты. Пошли. Нагоним их сейчас. Иванович, смотри, умирает. Есть! Рубани его! Руби, козла! Я даже не заметил, как меня убили. А, вот он я, смотрите, лежу на поле битвы. Бедный, несчастный Санта. Нас по-прежнему четверо. Все те же самые люди. Ну и классно. Уже примерно можно знать, что от них ожидать. Смотри, это такое ощущение, на меня оно хочет попасть. Так, вот здесь у нас сразу... Оп, дроп, смотри-ка. Давай, кто кого. Не могу я по ним попасть. Попал. Или он по мне. Вот, все, я понял. Уходим. Кто-то в меня стрельнул, по-моему, мне конфеткой прямо в лоб залепил. Давай, вон дроп. Прыгай! Никто на меня не летит тут? Идите нафиг. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, отлично, я на этом. Давай! Уходи! В оленя, правильно. Пусть в оленя дубасит. Скорее давай, уходим. Я не могу повернуться. Здесь потому что не мышкой поворачивать нужно, а здесь нужно поворачивать именно стрелками. Это очень неудобно. Прямо в полете меня уничтожил. У них, смотри, вообще осталось. У этого на один ударчик осталось. А Razer, кстати, нормально, Razer. Вполне себе хорошо продержался. Вай, у меня вначале уже начались фризы. Вроде сейчас должно отлагать. Давай сюда, сейчас ускоримся. Скорее, суперскорость. Так, ко мне вроде бы никто не идет. Пока что сидим здесь. Смотрим, куда прилетит подарочек. В центр прилетел подарочек. Два туда прилетело. Блин, они сейчас начнут стрелять по мне. У одного меча, у другого арбалет там. Этот идет сюда. Хочет меня рубить, да? Давай, иди сюда. Так, он пришел на этот подарок. Ладно, неплохо, пусть забирает. Чтобы там не прилетело. Если он поменяет, то я заберу. Главное, чтобы не арбалет, иначе он по мне стрелять начнет. Так, это олень. Олень мне не нужен. Я оленя не очень люблю. Так, уходим. Давайте-ка уйдем от греха подальше. Пусть они там друг с другом дерутся. Мы пойдем вот сюда. Подарок прилетает, кстати. Ух ты! Ничего себе! Как ты прилетел, дорогушечка.
Так, смотрим, что у нас. Арбалет оттуда забрали, да, насколько я понимаю? Все, нам внизу идет Месилова, а у нас есть меч. Пойдем-ка за мечом сходим. Ой, лагать начало! Твою ж налево! Давай-давай-давай, берем. Прям на меч сейчас. Опа! Попой сел. А, значит, у нас остался один мечник, один лучник. Будем пробираться аккуратно. У него меч. Сейчас доберемся. Вот там арбалет еще один. Пойдем до него. Он сейчас, он занят сейчас. Как раз мы сейчас к нему сбоку подойдем. Вот так вот. Да рубишь ты его! Да чё ж ты по нему не попадаешь-то, блин? Ну я в упор его рублю вообще! Давай! Вообще не попадает по нему. Смотри. Сквозь него меч проходит. Да что такое-то? Мне как мне сражаться-то дальше? Ну ладно, давайте подосмотрим этот самурайский поединок. Кто кого? Да, Рейзер опять победил. Молодец, смотри-ка, еще и два оружия у него здесь осталось. К нам присоединяется какой-то хохой. Не знаю, китаец или кто, или просто русский. Прикал. Нет, у него не иероглиф, поэтому у него злая рожа с факами. Файт! Файт! Сейчас будет файт. Это пошел туда на дроп. Эти прыгают здесь. Сейчас смотри, у одного будет меч, у другого будет, скорее всего, арбалет. Так, у этого меч, точно, меч и арбалет. Уходим пока что подальше. Че, Резер, будешь сражаться со мной? С королем пингов? Пока что уходим. О, очень опасно. Никого там нету, никто на меня не приземлится. Самое здесь противное, это когда ты не видишь противника. Здесь реально противника можно не увидеть. И он на тебя просто приземлится откуда-то сверху. Давай вот на этого. Вот, смотри, там меч. Побежали, побежали, побежали. Испужался, да? Пошли на этого. Ну, Рейзер, давай, иди сюда. Уходим. Кто это мне прямо... Давай, руби! Да руби ж его! Давай в полете! Я уничтожу тебя! Да как так-то? Давай, да попади по нему уже! Да ёшкин кот, ну ты чё? Видели, сколько раз я прямо ему в затылок рубил и рубил и рубил. И ничего не произошло, он меня просто тупо расстрелял. На самом деле, когда вы вот так вот прыгаете вровень на одном трамплине, это очень опасное положение, потому что вы абсолютно с одинаковой как бы амплитудой подлетаете. Вы летите на одном расстоянии, и если никто из вас не шевелится, то очень легко попадать. Я не мог шевелиться, потому что я был с мечом, мне нужно было находиться рядом с ним. А он мог, по идее, немножко отлететь и расстрелять меня. Ну, в общем-то, что он и сделал. Вот у нас два таких Санты валяются здесь. Уничтоженных. Все накаляется, видите? Хохой. Может, даже русский какой-то. Или кто он? Нанол. Куда побежим? Нет здесь безопасных никаких мест. Побежали вот сюда. Файт! Как будто какие-то гномики говорят. Файт! Пошли, дай-ка наверх вот заберемся. Единственное, что я здесь на простреле. Так, у нас здесь внизу меч. Наверху. Дальше там у нас был... Там у нас был олень. Че, на Разера не пойдем. Рейзер. Вниз ничего не падает. Дроп, давай мне какое-нибудь оружие! Олень летает. Это летит сюда, боится. Теперь я забоялся. Иди нафиг. Уходим, уходим, уходим. Че, он за мной идет? Пока что там остался. Так, оружие, давайте искать. Может, что-то бросил, обронил. Потерял, не знаю. Туда падает. В принципе, там олень есть. Но там слишком большая конкуренция, смотри, там четверо. Они все еще живы. Не хочу туда идти пока что. Рейзер не боится ко мне подходить. Здесь удары очень неточные. То есть ты даже как бы, если ты даже бьешь в упор, это вообще не факт, что ты попадешь. Может попасть, может не попасть. Ну, опять же, разработчики так и написали, что это тест мультиплеерной составляющей для Clone Drone in the Danger Zone. И, как мы видим, работает она, ну, так себе. Я вижу, меч там есть. Меч-кладенец. Но до него добраться... Ой, 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 там остался чувак. Рейзер идет сюда. Давай скорее, блин, падай! На! Я был предпоследний. Конечно, он меня увидел. Здесь проблема в том, что ники, они просвечиваются через препятствия. То есть, просто смотря на карту, видя, где шевелятся вот эти надписи, очень легко можно понять,
Кто где находится? Смотри, народу сколько уже здесь! Кристоф Кононович какой-то, коуч к нам присоединился. Блин, вот сейчас будет заруба. Я вижу, что там у нас подарок где-то летел. Он летел на центр. Идите нафиг. Я с вами драться не собираюсь. Вроде пока никто сюда не летит. Просто в огне я буду стоять здесь. Типа меня не видно. Так, ну чё, коуч, будешь драться? Меня даже не увидел, похоже. Да иди ты нафиг. Лагает! Ой, лагает! Ой-о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 й
хренов интернет, будь ты проклят. Мегафон со всеми твоими базовыми станциями и дебильным 4G, который постоянно прерывается. Твой этот подлючный роуминг пусть горит в аду. На этой снежной карте становится не по-зимнему жарко. Народ дофига. Конкуренция огромадная. 7 человек. Иванович хочет мне сейчас надавать по башке. Это я почувствовал. Так, а вы куда идете, а? Куда пошел? Да вот смотри, я прям вообще прямо в лоб даю. Ему хоть бы что. Ну как так? Рейзер, мы с тобой уже играем из катки в катку. Ты давай уже, меня не трогай. Слушай, парень. Так, он у нас прыгает, на меня хочет приземлиться, да? Так, о, смотри, заруба идет. Пойди-ка отсюда подальше. Там чувак с катаной опасен. А вот это что стоит? Коуч, а ты что стоишь здесь? Ну-ка, иди сюда. Так, смотрим, с арбалетом кто-то есть? О. Ну я же прям ему в лобешник бил. Давай, давай. Давай, 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 в рукопашку его. Уничтожим подонка. Не могу попасть. Не могу по нему попасть. Что там за оружие-то хоть было? Забрали, это был арбалет. Ага, по мне уже стреляют тут вовсю. Прям лобешник. Ну иди. Я и забью тебя в воздухе. Давай, ну вот прям в него же бью. Ну что ж такое-то, а? Капец. Просто капец. Не стреляйте по мне. Меч. Давай, Рейзер, бей. Дождался, пока я ударю, и потом атаковал. Молодец. Давайте побьемся еще раз. Вроде народу поменьше стало, я думаю, будет как-то, может быть, даже полегче. Может быть. Может быть, да не факт. Один подарок сюда летит. Обычно два подарка сразу прилетают. Пока что я вижу только один. Так, здесь у нас что он берет? Здесь он берет у нас меч. Ладно, заруба началась. Рукопашку, что-то вот я очкую, честно говоря. Ой, ты за мной идешь? Не самая хорошая идея. В отношении меня, конечно же. Так, у нас он, чувак, бегает там на олене, по-моему. Давай-ка сюда залезем. Постоим. Подождем у моря погоды. Кто еще где? Неужто всего лишь двое осталось? Вон там меч лежит. Видели? Там лежит меч. Никому не нужный. Мне бы арбалетик достать. И расстрелять их. Сверху, пока они тут прыгают. Бьются. Так, дроп туда летит. Я на самом деле могу оказаться в очень неприглядном положении. Так, пошли, пошли. Рейзер здесь. Давай, руби его! Я все-таки его зарубил. Я даже сам не понял, как это произошло. Весь раунд отсиделся, я просто потом пошел. Сделал один взмах меча и победил. На этой радостной ноте давайте закончим. Я не могу в эту игру долго играть, потому что меня раздражают проблемы с интернетом. Из-за этого не получается нормально здесь ориентироваться, не получается нормально драться, сражаться, защищаться как-то. Вот, это напрягает. Но, с другой стороны, игра действительно очень уморительная, очень веселая, прям зажигательная, я бы сказал. Так, что у нас? Давай, рукопашку. Кто кого? Давай, на кулаках. Он меня вынес. Он меня просто взял и вынес каким-то образом. Ладно, друзья мои, ставьте лайк, если вам понравилось, пишите комменты, подписывайтесь на канал, если вы по каким-то причинам еще этого не сделали. С вами был Маугли, всегда оставайтесь на высоте и покедова! Не бойся, бро, скорее жми на кнопку подписаться, чтобы без новеньких видосов не остаться. И даже если ты шерхан, запомни мой мотив, без шуток ниже пояса, без мата позитив. Я буду Маугли, а ты будь всегда на высоте. Здесь собрались только самые адекватные. Я буду
Дома угли, а ты подпишись.